Предоставление земельных участков на территории городского округа осуществляется в рамках закона Московской области о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям. Открыла процедуру жеребьевки запечатывания номеров кадастрового квартала земельного участка, которые подлежат распределению. После чего все карточки были запущены в барабан. Список участников жеребьевки определялся датой постановки на учет. Распределение проводилось путем вытягивания одним из членов многодетной семьи из барабана карточки. Результаты с подписью участника заносились в протокол комиссии. На мероприятие было приглашено 100 семей. Большая часть явилась на процедуру, но были и отсутствующие. В этом случае вместо представителей многодетной семьи карточку из барабана тянул секретарь комиссии. Предоставленные участки расположены в районе улицы Будьковский хутор. Мероприятие стало последним массовым распределением земли в черте городского округа. Участки, предлагаемые будущим жеребьевкам, находятся в Орехово-Зуевском районе.